Всем привет, с вами Александр Навас, в данном видеоролике сегодня я вам докажу, что моя основа существует. Итак, это один из моих складов. Я не говорю, что это основа, это один из моих складов. Здесь есть новый нож, новый калаш и новая М-ка. Это, ну то есть вы поняли, это талонг-найф, поверхностная закалка прямо с завода. Это неоновый райдер и М-ка, я не помню название. Но это все статрек, это то есть все, что я снимаю, это не пиратка. Здесь это такой склад специальный, на котором я складываю разные скины, ключи и, ну, вот так вот как-то. Кому интересно, вот так вот я вам показываю, доказываю, что основа существует, то, что я с нее играю, то, что это не пиратка, это не... То есть, ну вы поняли, в общем. Не палите баланс. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И, кстати, я сменю ник, поэтому не ищите этот аккаунт. Я сменю ник. Просто вот, ну, сменю ник сейчас. Вы думаете, такой ник простой? Нет, вы меня в Steam не найдете. Этот аккаунт вы не найдете. Даже если найдете, то там скрыт аккаунт. Все, всем удачи и всем пока.